Всем привет, с вами Даша, и да, вы дождались этого видео, наконец-таки я буду на видео заполнять свои разворотики в блокноте «Уничтожь меня». И так как скоро вся страна будет отмечать замечательный семейный праздник Новый год, разворотики будут приурочены тоже к этому празднику. Но это видео я снимаю не одна, а с четырьмя потрясающими девочками, которые хотят сейчас вам что-то сказать. Привет! А у нас для тебя есть сюрприз. На наших каналах тебя ждет еще несколько интересных видео с творческим оформлением блокнота «Уничтожь меня», где ты найдешь еще больше идей, ярких и праздничных разворотов. Так что, когда получите вдохновение от моих разворотиков, обязательно переходите к девочкам и посмотрите, что подготовили для вас они. А сейчас начинаем! Начала я с того, что сделала разноцветные полосочки чуть-чуть под углом. Я выбрала нестандартные, наверное, цвета до Нового года. Это голубой и золотой. И вот сейчас на видео вы видите, как я это все раскрашиваю. Затем, когда все это высохло, я выбрала из журналов самые новогодние наклейки, которые только могла найти, и стала их компоновать и затем приклеивать. И мне всегда очень нравится делать такие маленькие последние штрихи, делать обвольки, какие-то типа брызги, капельки света. Это добавляет работе какой-то завершенности и объемности. Конечно же, написала «С Новым годом». И согласитесь, на английском всегда выглядит как-то понтовее. И потом я отодрала от гирлянды лисичку и приклеила. И вот первый разворот на этом у меня закончился. Напишите, как вам он. Для второго разворота фон уже был подготовлен задолго до съемки видео. В этом задании надо было спрятать тайное послание внутри этой книжки. Я решила изобразить письмо. Я его сделала желтеньким с золотой каемочкой и подписать, что это письмо Деду Морозу. И также потом добавить какие-то вырезки, наклеечки, что-то в этом роде. Tell me I'm the only one that they would all like, but you're the only one that kept me alive. А на соседней страничке я приклеила вот такого вот стича
И он смотрит вверх, я решила над ним нарисовать звездочки, как будто он смотрит на звездное небо и месяц. Вот такая вот мечтательная страничка получилась. Последняя страница мне нравится меньше всего. Я не знаю, почему я ее сделала совсем уж не новогодней. Просто все было слишком в синих тонах, и я решила разбавить чем-то ярким. Фон я сделала какой-то непонятный розово-желтый. Нарисовала девочку, которая стоит спиной. Людей рисовать не умею, вы сами можете наблюдать это. И задание было что-то соединить линии, нарисовать хаотичные линии, что-то такое. И я опять же нарисовала над ней звезды. Вы видите, тему со звездами я люблю. Соединила их линиями, приклеила потом вот такие сердечки в конфетти. И дальше я вообще начала делать непонятную фигню. Подписала, где найти путь к счастью. И потом начала какие-то блестки вообще хаотично заливать. Вот это я вообще не поняла, зачем я это сделала. Вот такой вот получился мой третий разворот. Обязательно напишите, какой вам понравился больше всего. Снова я тут с вами. Вы думали, что мы в Новый год оставим вас без подарков? Обижаете. Мы подготовили для вас еще один новогодний сюрприз с яркими новогодними призами, которые, мы уверены, вам понравятся. Какие же подарки вас ждут? На каждом нашем канале будет разыграно 4 блокнота «Уничтожь меня», то есть на моем канале 4, у Ксюши 4, у Кати 4, у Наташи 4, у Наси 4, сколько нас много. Так что у кого их нет, это отличный способ их заполучить. А также главный приз у нас будет Instax Mini. И что же надо сделать, чтобы их получить? Чтобы получить этот творческий блокнот «Уничтожь меня», надо первое быть подписан на все наши каналы и поставить пальцы вверх. Это совсем не трудно, это делается буквально за 2 минуты. И чтобы выиграть этот блокнот, например, у меня, вы должны сделать репост этого видео из моей официальной группы ВКонтакте. Этот блокнот может быть именно твой. Что касается главного приза, который мы выбрали, Polaroid, я сама очень хочу, надо быть опять же подписан на все наши каналы и поставить палец вверх. Также сделать репост этого видео из наших официальных групп. Выбрать любое задание из всех наших видео, которые мы выполняли, например, закрасить все вне круга и сделать его самостоятельно, сделать его приуроченным к празднику и загрузить все в специальный альбом, который будет внизу. Если у вас нет такого блокнота «Уничтожь меня», вы это можете сделать в любом обычном блокноте, просто использовать такое же задание. Вашу работу надо непременно прислать в группу «Уничтожь меня», специальный альбом, ссылку на которого можете увидеть в описании. И также внизу вы можете посмотреть, до какого числа будет идти этот конкурс. Мы с девочками очень старались, так что поддержите нас положительными комментариями внизу. Также можете подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. У меня очень много видео о школе, о универе, школьной мотивации и так далее. Так что с вами была Даша, не забывайте переходить смотреть видео еще и к девочкам. Желаю вам новогоднего настроения. Пока-пока!